тут топотунки вытоптали всю красоту, которая была. Привет. Все у вас хорошо? О боже, о боже. О май гад. Серьезно. Вот серьезно. Ты это сам сделал? Ты же моя лапочка. И ты хочешь там нести мне яйца? Ты обалдел? Я тебе буду птенцов подкидывать, чтобы ты их выкармливал. Я не успеваю ничего снимать, пока мы субботим. Поэтому просто хочу показать, что к нам вчера приехал контейнер с мусором. Ну, в смысле, он приехал без мусора. Вот, а теперь он с мусором, и я не знаю, как туда положить еще мусор, потому что больше туда, кажется, мы не уместим. Но мы постараемся. О боже, что это? Что это у тебя? Что это? Приселение ребенка. Ну подожди, подожди, да я поснимаю его. Это же первый ребенок в этом году. Это же первый ребенок. Ребенок пока катается с нами, пока мы здесь все убираем. Ребенок непонятно пока под выпуск или нет, потому что проблемный на один глаз. Вот этот глаз у него походу не видит. Вот этот видит, вот этот левый. В смысле, правый вот видит, вот, а левый не видит. Вот, поэтому посмотрим, не знаю, в общем, что у тебя там. У тебя там рот? У тебя там рот? Ну, сейчас тебе принесут покушать. Сейчас тебе принесут покушать. Да. Да. Смотрите, у нас тут средневековое орудие пыток. Это дачный груминг-салон. Не надо мне тут. Что, ухо отрезают вот-то? Говорю же, ухо отрезают. Группа поддержки. Угу. Тут приходит, вот периодически вылизывает за лицо. Часть, это еще не все. Как ваши успехи с чесанием собаки? Вообще отлично. Мы выстригли все колтуны. Вот такие вот, видите, вот такие вот всякие мерзкие колтуны. Сейчас вот вычесываемся. Сперва тело, потом лапы, потому что лапы он не любит. Поэтому сперва тело. Френ, что вы думаете по этому поводу? Френ, у вас волосатые ноги. Привет. Как вам ваш вонючий пруд? Пипа? Пип? Пип? Говорю, прекрасный вонючий пруд. У нас происходит какое-то непотребство. У нас не Пипа... Не Пипа угнетает плюшку. Или ватрушку, я не знаю, я их не различаю особо. Пип, можно вот вопрос? Ты что позволяешь своей альфа-женщине? Что делает эта птица? Кто-нибудь может мне объяснить? Какая-то бешеная гусыня. Мне просто необходимо заснять Френ. Да, необходимо. Пытаюсь выгрузить продукты. Мне не дают. Нет, кыш. Нет, вот ему прям надо. Ну вот,
Вот. На, яблоко будешь? Ладно, погоди. На. На самом деле, с Форестом сейчас надо будет думать, смотреть за его поведением, потому что, честно говоря, ну, как бы меня неоднократно спрашивали, как вы так держите вот Эму, их обычно держат, типа, в загонах, если не держать в загонах, они там убегают, типа, вот, расскажи там про содержание Эму, вот, типа, так. А я говорила, что... Короче, я говорила о том, что я не могу пока рассказать про содержание Эму вот так, потому что Форест совсем молодой, и что будет, когда он вырастет, вообще непонятно. Вот, потому что характер у птицы меняется по мере взросления. Мы это хорошо знаем на воронах. Да, я вспомнила, что мне нужен этот микрофон. Сейчас я его достану, он у меня в машине лежит. Господи. Да я... Давай на солнышко. На солнышко. А! Черт. Иди, на. На. Ну, так вот. Что, невкусное яблоко? Это невкусное? В общем, пока Форест не повзрослел и как бы он не сформировался, скажем так, как личность, я не могу ничего сказать про содержание Эму. Потому что как бы содержание воронов, пока ворон маленький, это тоже здорово, классно. Они там маленькие, миленькие, няшненькие и все такое. Когда ворон вырастает, он начинает отгрызать руки хозяину и всем, с кем пересекается. Поэтому с Форестом тоже надо смотреть, если, ну, как бы сказать, а, нет, 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 это еще не разобрано, и здесь есть плохие продукты, не надо. На меня он, ну, не агрессирует, вот, но были эпизоды, да, агрессии по отношению к волонтерам, которых он плохо знает, и по отношению к Маше. Машу он знает хорошо, но Маша его загоняла несколько раз в курятник, и, может быть, его маленькие мозги размером меньше грецкого ореха все-таки что-то запомнили. Вот. В любом случае, как бы, если он будет проявлять агрессию к людям, его придется изолировать, потому что, ну, как бы, понимаете, Эму – это птица, которая опаснее любого орла. Потому что это птица, которая очень большая. Это, конечно, не африканский страус, но, тем не менее, он выше многих наших волонтеров. Просто я высокая, поэтому, как бы, меня он не выше. Вот, но он выше многих волонтеров, он очень сильный, у него очень сильные ноги, и если он будет драться ногами, он может нанести очень серьезные травмы. Такого допускать нельзя. Так что пока мы наблюдаем, может быть, конечно, у него там переходный возраст и все такое, но тем не менее. Мы до сих пор не знаем, мальчик он на самом деле или девочка. Нет, пожалуйста, я здесь, я приготовлю тебе еду и положу все тебе в миску, хорошо? Идет? Вот. У Эму, насколько я знаю, самки более агрессивные, чем самцы. Ну, это по информации из интернета. Так уж я не знаю, как действительно. Я сейчас приготовлю и все вам дам, пока вы идете гулять. В общем, сейчас попробуем. Вот такую штуку подарили на Белобоке. Посмотрим, будет ли она работать. Будет ли она помогать от ветра? Форест, что вы можете сказать о своем поведении? Сейчас Форест такой. Кажется, это что-то вкусное. Это надо петухам давать. Они у нас петь любят. В общем, прикрепила себе сюда его. Не знаю. Главное не потерять. Потому что я прямо не доверяю этой прищепочке. Мне кажется, я в каком-нибудь вольере, в каких-нибудь соснах потеряю микрофон. Будем надеяться, что нет.